Даю чуваку пас и сразу нажимаю же S, чтобы в касание. Он принимает его. Я тоже W сразу нажимал, он его принимает. Да, блять, он никогда в касание, сука, нормально. Это у всех такое. Ты просто начал замечать. Какой, короче, какой у всех? Вы только что в касание играли, поэтому забили мне банки. Что, вы в перепасовку? Касание, раз, два. У меня тупо даю и то же самое нажимаю. Он несколько касаний делает. Хотя я нажимал. Так. Значит. Да против компании лишние, мы нормальные комбо можем мутить, да. Бразилия, Дания. Это 1/4. Так. Что, втроём? На спайк. Ну давай. И, бля, я думал. Да, ты думал. Ты же Бразилия. Не позволю тебе уничтожить Бразилию. Не нравится. Муся. Как она спрыгнула? Это твои коты, кстати. А, где? Ма. На фото. Да, да. Кот Т. Два кота и собака. Че, не мявкает? В смысле? Ну, когда мы говорим, например. А, так они ж в хате только иногда ночью спят. Я ж, они ж уличные. У меня ж частный дом здесь. А чё такой, сука, матовый состав? Да. Хорош настраивать параметры. Настраивать. Я одного игрока выбрал. Сейчас будем вас побеждать. Ты серьезно? А чё? Ну, в принципе, это больше шансов. Пушаком против нас будет. Ё-моё, извращение. Я пошутил. Ты бы компас не давал. Просто был бы. А, кто еще компас не давал бы? Ты просто существовал. Как класс. Well, a very good evening to you on what is pretty close to an ideal evening for football. There is barely a cloud evident. Wife have gone to great lengths to be here for a match of great consequence так? And massive interest in these parts. Опять семки. Опять подаешься. Wind, so the football has no excuses for not being at its very best. The teams I know are pumped for this. There are fantastic scenes in the stands. Нет. There is a great sense of drama here. Я понял. Тенью с костыльной. Не переживай, красный не за горами. Спокойно. Бля, я забыл, что за красный. Подкручивает? It's good progress he's made on the ball. Where to next? Danilo is making a foray down the right. Карла. А помнишь, как мы недавно играли? Я, короче, думаю, ударю. Тупо такую пушару кинул. Лемаром? Да. Delaney. He's through. Нет. Блядь, завоевал. Что-то финку сделал. Нажался. Где защитник? This is promising.
just to point out, Peter, that the fullbacks are quite high. And what are they trying to achieve? Well, it's obviously a move to put... Не порвался. Да чё за бред? Почему игрока не переключают? Что такое? Всё нормально. Есть инфа? Инфа сотка. Не против Румынии играю, окей? Чем слабее команда, тем она опаснее, поверь. И ты это знаешь. Сан-Марино будем играть? И ты это знаешь. Надо а тут хоть Индию возьми, она может выиграть. И немца. Так куда? Это бесполезно. Пушку? Бу! На! Убил 6 воробьев. Да вы издеваетесь, а? Что за переключение у вас? Так. Фемино. Вешь. Ух ты! Ну а? Что за херня? Опять штанги гребаные кошки. Да не был я в офсайде, я вообще запомнил. Ну у тебя нога была в офсайде. Еле нажал. Что это было? Я не нажал QD? QS? Чего у тебя типы летают? Не смогу. Даже обычный пас не на это. Не в разрыв. Неплохо. Ну все равно не забил. Ну вот, пожалуйста. Блять, дальше ушел. Фернандиньо. Что там пульво, блять? Высер. Ух ты ж, что это такое? Я лучше пьян. Вау. Ну да. Пьян. А он профессионал. Это класс. Блин, да чё за... Чё за дичь? Да не поддавайся, ну. Шум свисти. Что? Вышли! Да ну нафиг, ЕС нажал, ублюдки! Ну сейчас забьет и все. Будет у нас Румыния и Дания. Да переключись! А ты, блядь. Ты на... Ну, этом... На джойстике? Mm-hmm. А, ну понятно. На гейпаде. And we're off again. What first 45 minutes? Didn't deliver as we Denmark. Еще это жестко, конечно. Нельзя трогать вообще. Да. Чё ты не прыгнул, дурачок? Это считается за удар? Конечно. Для статистики. Да вот я! Конечно.
Конечно, лучше мяч потерять, чем... Ну, надо бороться, оно всегда на тебя летит. Смотри, наши уже не бегают. Алиса, смотри, как он живет. Тиаго Силва. Таулиньо. Да что ты мутишь? Гол! Что ты делал? Кто? Ты! А ты? Я тебе даю, ты его возвращаешь назад. Ты видел, что ты дал? Ну, дал. Что за херня? Они друг с другом тупо наши. Ой, удаление. Какое там удаление? Там очень быстро. Конечно. Что ты 15 человек не могут забрать мяч. Да ты пас. Хорош. Ну да. Что такое? Красно. Конечно, он сам не даст красный. Ох, ты что за херня? Я S нажал просто. Played it short. Now it's Paulinho. It's Danilo. Fernandinho. Да ну нахер! Да и ближнему он фигачит. Here it comes. Danilo gets into a good position. А! Каспер. Вышли. That is an adventurous run down the left hand side. He's got away. Шпион. Еще раз. It's a very good battle there. Terrific to watch. Eriksen. Well played. He saw that coming. Douglas Costa. Через. It's Paulinho. Сука, я читаю. Все читаю. Ну не успевает. Кидай, кидай! Ай-яй-яй! Дебил, кусал. Кусоглазый. Свои все тут, давай. Че ты прописывай? Нет, нет. Конечно. Уже это вы. Ой. Надо его быстро поменять. Бля, че он дал? Нажимаю А, он тупо башкой пас дает. Отложенное красное? Что-то новое. Это возможно. Ща, подожди, потом удалю. Еще успею. Чё за... Под себя отдавал бы. Ребята, автобус, а? Да куда он бьёт, блядь? Что это было? Да что за хер? Осада тупо. Нет, не убиваю. Ну, вообще, я ни секунд, наверное, три назад развернулся. Да ну нахер!
блядь. Спасибо, вообще не разбился. Я даю пас, он пока не подбежал его игрок, я не смог пас отбить. Да ладно. Сыч, вонючий. Он, походу, не добавляет вообще, тупо, не... Не 0, а просто даже минус 2, тупо 43 заканчиваю. Конечно. Вот смотри, нажимаю просто W, и он тупо его подкидывает. Ой. Отлично просто. Что такое? Неплохо. Ты не мог его поменять? Бля, вот я сейчас... Кстати, это был кто? Казимиру или... Нападающий. Это... Гоис. Да. Это Казимиру был, типа. Был. Ну да. Смотри, по 15 касаний просто, невозможно развернуться. Один наш нападающий. Смотри, пока... Тыч! Невозможно забить, ничего сделать. Да, блядь! Что, дичал же? Это анархия какая-то. Просто нельзя даже пас друг друга. Хозники какие-то. Ты, я боюсь еще воротнику давать чупочку. Ты, 15 касаний, потому что он за эти 15 касаний успевает догнать моего игрока. Так, уравняешь состав? Нет, конечно. Он всех меняет сразу. Вот, да я вообще там. Он прицепился просто. Тиаго Силва. Смотри, тоже 16. Марсело. Уже не 15, а 16 касаний. Ну да, блин. Как будто бы уже играют, не знаю, блин, четвертый тайм. Почему он вызывает вау вообще? Так ты что? Даю ближнему, он дает дальнему. Как так играть? Вот пенали интересного. Если бы. Я так и не понял, как ты оправдать удар. Я всегда надо. Не надо. Что вы мне вдвоем держали? О! Смотри, 16 касаний, там без шансов. Просто ударь! Такого не бывает, надо. Я 15 раз подкат нажал. Смотри. Подкат, подкат. А где пти? А где шмей? Леон Каспер. Бля, я хочу пенали. Give me that ball. Хорош, в себя поверил. Ну, конечно. Да ну нахер! Я уже голевую давал. Я тупо жму дабл и взял, у меня мяч забрал. Там бы один на один. Так что за дичь? Скажи спасибо, что твой аут еще. Brushed off the ball there. Denmark need to give it everything they have. Kitchen sink and QB. Давай. Ты что гонишь? Даже я бы ударил нормально. Ага. Каким образом?
Я знал, что оттуда попасть нельзя. О, а где пацаны твои? Тебя что, два удаления было? Где твои люди? Я так и не понял. Куда они пропали? Ну да. Так по-дебильному проиграли. Ком был на твоей стороне? Ну конечно. Ну, Пашину фантазию нужно в разработку игр предоставить. Ну что, ты видел наше общение? Это только под сценками. А что будет под всем остальным?